Всем привет из солнечного Неаполя. Давно хотела вам показать этот рынок, который находится возле порта Налана. Похож он больше на секонд-хенд. И сейчас я начинаю проходить в ряды и заодно вам по ходу расскажу, что почем и как где лежит. Скажем так, давно я здесь не была, но все прекрасно помню, где и как тут можно найти. Так, это обувь, смотрите, вот тут по 10 евро есть вариант, а есть вот по 20 евро. Так, вещи по 50 копеек, видите, везде нужно рыться и все смотреть. Смотрите, сколько народу, и здесь очень много наших соотечественников. О, смотри. Шлепанцы по 3 евро. На валом. Я ж в свою сумку шила этот. Здесь можно выбрать пояс хороший, кожаный. Уж костюмы девчонки меряют. Пошла себе пояс высматривать, вон сзади нас. А здесь тоже, вот видишь, пояса по евро, свистни ей. Такие старые очень модели. Ай, 0,50, стиамо регалando! Вай! 0,50, ah, solo uno, qua, due, due. Questo da dove? Ok, ho capito, ma ce l'hai o no? 35, 37, 39. Mm-hmm. Perché questo? Tutta la serata. Oggi manda la canzone davanti. E tu mi stai dicendo?